Это лаборатория, в которой вы находитесь. Это такой сплав, который позволяет в максимальной степени осуществлять и научные исследования, и осуществлять подготовку студентов. Уникальность лаборатории состоит в том, что, конечно, химическая лаборатория, как и любая другая, это лаборатория, где важнейшим методом исследования является химический эксперимент. И кроме реального эксперимента, скажем так, руками, лаборатория открывает широкие возможности для его использования в сочетании с виртуальным экспериментом. Мы готовим хороших специалистов по специальности компьютерная безопасность. Здесь они тесно изучают и могут, соответственно, попробовать современное оборудование, которое используется на современных, соответственно, предприятиях. Новое для нас является это сельское хозяйство, а именно система точного земледелия, в котором незаменимым помощником будет являться дрон, беспилотный летательный аппарат. Благодаря ему мы можем снимать поля, рассчитывать индексы схожести семян, которые позволяют сделать дрон автоматически, его запрограммирован он уже. Благодаря шести спектральной камере, в принципе, это все мы можем реализовать.